гудучи, или другое название данного лекарства, которое вы можете встретить, это самсамани. Это одно и то же лекарственное средство, очень известное в аюрведической медицине, которое обладает очень сильным омолаживающим и общеукрепляющим действием. Может быть использовано при любых нарушениях, это растение нормализует все три доши, но особенно ее действие на вату, то есть снижает уровень ваты в организме. Для того, чтобы понять, каково ее предназначение, данное растение сравнивают с действием имбиря на организм, но в отличие от имбиря, гудучи не обладает сильным разогревающим свойством. Он, наоборот, более таким обладает охлаждающим действием. Используется при нарушении работы печени, желчного пузыря, при различных воспалительных заболеваниях со стороны желудочно-кишечного тракта. Кроме того, улучшает память, способствует росту волос и улучшает зрение. То есть лекарство может быть использовано у пожилых людей для поддержания и укрепления сил. Кроме того, данное лекарство используют для лечения заболеваний суставов, поскольку обладает противовоспалительным действием, а также используется для лечения бесплодия как у мужчин, так и женщин, поскольку восстанавливает гормональный фон у мужчин. Данный препарат улучшает качество спермы у женщин, также улучшает работу матки и восстанавливает гормональный фон.